полуфинальная схватка весовой категории до 70 килограммов. Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, и Евгений Жербаев, Республика Бурятия. До этого Евгений Жербаев выиграл у Эрназара Акматалиева. И сильно измотанным, уставшим вышел с ковра. Олег Фомин тоже бросковый техничный борец. Посмотрим, чем закончится эта схватка. Один балл заработал Евгений Жербаев. Капрунов представляет Республику Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Борьбой занимается 10 лет. Тренируется под руководством Егора Пономарева. Его соперник в синем трико Кирилл Корнеев. Мастер спорта России. Борьбой занимается 18 лет. Тренеры Мартиговский, Попов. Ковер А. Работал Олег Фомин. Вышел вперед. Да, суетись! На коротке поединок ведут в красном трико Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. Мастер спорта. Олег Фомин борьбой занимается вот уже 12 лет. Его тренеры Посельский, Сивцев. Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. И его соперник, мастер спорта международного класса Евгений Жербаев. Республика Бурятия, параллельный зачет, Иркутская область. Евгений Жербаев в борьбе вот уже 15 лет. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Валерия Иванова. Евгений Жербаев, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Норвегии. Чемпион все еще по качеству выигрывает Олег Фомин. 2023 года. Пятикратный победитель международного турнира Дмитрия Коркина. Евгений Жербаев. Ковер Б. Заканчивается первый период со счетом 2-2. Анатолий Сипсев секундирует, дает полезные указания. Второй решающий период. Заработал 2 балла. Идет со счетом 4-2.
парень защищается. Стойка. Олегу Фомину надо сдвинуть темп. Видно, что Евгений Жербаев. Чем же ответит? Пытается довести и зарабатывает еще 2 балла. 6-2 ведет Евгений Жербаев. Челлендж ковера. Контроль борца в красном трико. 2 балла борца в красном трико. Переворот прокатом сделал без нарушения правил. 2 балла борца в красном трико. Челлендж проигран. 2 балла борца в красном трико. Челлендж метей. Тупой трек. Контрольный партнер. Задрич импартер позиция. Инкоррект. Челлендж лост. 1,5 минуты осталось до конца второго периода. Счет 2-6. Идет Евгений Жербаев. Финальный поединок идут в красном трико Константин Капрынов, представитель команды Республики Саха-Якутия. Олег пытается переломить ход встречи. Кемеровская область. Но пока результата нету. Гости синий! 30 секунд остается до конца второго периода. Десять секунд. Все, время истекло. Полуфинальные поединки весовой категории до 70 килограммов. Победу одержал мастер спорта международного класса Евгений Жербаев. Республика Бурятия, параллельный зачет, Иркутская область.